Волчица, нападавшая на людей в Климовском районе, была заражена бешенством. Такие результаты экспертизы предоставила областная ветеринарная служба. Напомним, 24 сентября хищник насмерть загрыз пожилую жительницу поселка Чадица. Еще 9 пострадавших с рваными ранами от укусов были доставлены в Климовскую больницу. В райцентре по тревоге были подняты охотники. В постах и засадах на возможном пути зверя участвовали и 25 вооруженных милиционеров. Одну из бригад возглавил начальник РОВД Василий Абашев. Он-то и застрелил волчицу из табельного оружия. Специалисты отмечают, что в этом году в регионе увеличилось число случаев нападения диких животных. Только в Климовском районе в этом году в больницу с укусами обратились 102 человека. Как отметила исполняющая обязанности главврача Климовской ЦРБ Светлана Чернуха, такого всплеска за все годы работы она не помнит. В соседнем Новозыбковском районе в селе Новое Место хорек покусал женщину, а в Катичах владелец домовладения заколол лису вилами. В тех же Катичах колхозная корова пришла с пастбища со следами укуса и пала на следующий день. Диагноз – бешенство. Специалисты полагают, что одной из причин роста заболевания диких животных бешенством стала аномальная жара и лесные пожары. Из-за миграции популяция непопулярных у охотников лис и волков в наших лесах возросла. Ветеринарная служба сейчас активизировала работу по вакцинации, а грибникам советуют воздержаться от посещения лесов. К рекомендациям, правда, прислушиваются не все. Так что боимся, по силе возможно, и ходим, собираем, и вот сидим на рынке, до пенсии ждем. Не боюсь. Я когда-то спортом занимался, и на дерево взберусь за 5 секунд. Поговорка «волков боятся в лес не ходить» как раз про грибников, торгующих возле торгового центра «Кристалл». ЧП в Климово не только не остановило сезонный бизнес, но и сыграло на руку. Грибники сразу же после сообщений об опасности подняли цены. Ведро опят, которое до «волка» продавали по 150, сегодня уже по 200 рублей. Ирина Омеженко, Дмитрий Коренев, Денис Воробьев, Новозыбков.